Победила синяя команда. Какой праздник-то? Угу. Угу. Ну вот тогда с праздничком, ребят. Угу. Сельскохозяйственных. Хильси, живи. Там еще на тебя немного овца наехал в чате. Такой, мол, так, Расимону привет передай, а то из-за тебя на меня наехали в прошлый раз. Там хитрый, кстати, на ноге в центральное кафе залетел, только это не особо как-то его коллективу помогает. Есть размены, проход через длину, аплент открыт, бомбу можно свободно заходить и ставить. Молодость вместе со стилом думают над ретейком, но, опять же, заход центрального кафе и КТ спавна. Стил встречает овцу в ЦК, находит минус, меняет позицию, заходит теперь через лонг, но здесь его готовятся встречать. Бомба деактивирована. А так хорошо вроде бы начинали. И проход через лонг сложился, и заход центрального кафе. Да, конечно, хитрого поначалу потеряли, но опорника по центральному кафе он же все-таки выключил. Выключил, задачу свою выполнил. Команде оставалось доработать. Нет, увы и ах, для них не получилось. Но в этот раз навряд ли будут более агрессивные какие-то выпады. Хотя мы всегда с Ильей говорим о том, что миксовать плейстайлы — это залог успеха. Сопернику будет сложнее подстраиваться под вас, сложнее будет понимать, что вы делаете, будете ли вы сейчас выходить на каких-то фаст раундах, на ноге и так далее, или же будете более медленно и аккуратно разыгрывать. Но и не забывайте то, что изменение плейстайла — это еще далеко не все. Нужно и миксовать тактики по-хорошему, иметь в своем запасе довольно приличное количество. Ну, давайте посмотрим, что будет на данный момент. Была попытка открыть, закрыли коллапса на ланге, но при этом очень много здоровья потерял еще Крюкер вместе с овцой. Они пытаются пройти через лонг, а здесь Шадоу с сюрпризом. Здорово! Первому в ухо, второму. Все шикарно. Шадоу даблкил. Линк еще подсаппортил, нашел фраг, и вот вам 4-2. Ай-яй-яй, да, Стив, не слушай. Я думал, я ж мякнул, а у меня микрофон-то в муте. Здорово, ребята. Ну, все, всех приветствую, да. Особенно привет, это как раз таки, кто будет смотреть это на ютубе. Микрофончик до этого был замучен. 2-3, проход под апленд. И, кстати, получается, все, что я зачитал, тоже было не слышно, да? Да, такая беда, ребят. Но зато мистер Макс услышал. Да, для меня была минутка познавательная. Сейчас хитрый, может, минутка у меня будет, только уже минутка славы. Нет, она закончилась. Я, в общем, о чем, ребята, говорил? О том, что праздник был. Навруз Байрам, я зачитал, один из самых древнейших праздников на Земле. Он символизирует начало новой жизни. В переводе с фарси Навруз означает новый день. Вот, хороший праздник, люди отмечают, и отлично. Это то, что вы упустили, пока я был в муте. Чел, ты в муте, да? Да, я только что хотел добавить, но подумал, что не надо. Ладно.
Длина, опять же, в разработке сейчас для овцы его тиммейта. Попытка пика центрального кафе, прилетает смоук, Shadow находит энтри. И теперь попытка захода, возможно, через семерку под бэплэнд. Но с учетом того, что они потеряли одного игрока, скорее всего, Good Complex попытаются сыграть на размен для себя. Пару киллов найти и от этого уже действовать. Посмотрим. Вот как раз ребятам объяснял, хотел написать, наверное, ну так быстрее вслух сказать. У меня на Ctrl-M стоял размут микрофон, а я на Ctrl-N, походу, нажал и пропустил. Окей, бывает. Куда проход? Возможно, он... Ну, нужны, да, фраги, в любом случае. Я под любую-то позицию, ты... без разницы. Так. Ну, а где эти фраги искать, если они выходят на соперников? Логично. Полетели хэшки под апленд. На шедоу. Забрал крюкера. Проблемисов нет у них сейчас. У обороны. А может, никого не потеряли. Но вот как только я об этом говорю, может погибнуть коллапс. Но нет, он дал фраг и удержался, чтобы не стреляться дальше. Выход за спину. Линк имеет позицию на твиста. И тут вообще, на самом деле, легко пока идет для фаги. Потому что это 3-0 уже. А вот так и себя ребята найти не могут. Увы, ах. Для команды Good Complex это действительно так. Окей, может быть сейчас что-то изменится, но если на 5-0 первой половины выйдут, то первая карта для них супер печальная, супер сложная. ХЕшки в четверку, молодость опен, закрывает крюкера, плюсом еще и потрепали одного из оппонентов. Ну и куда? Бэплэнд в этот раз пробовать? До этого три раунда пытались как-то заходить по направлению аплэнд, а может быть под бэплэндом разведать обстановку, понять, что здесь происходит. Раскинуть и зайти, как раз-таки два игрока к этому готовы. Да, полетели хаешки, но здесь же молодость вместе со стилом. Ага, стил на стрейфах дочекался, получает от хитрого, твист тут как тут. Минус молодость, бэплэнд открыт. Сейчас самое главное удержать, зайти, поставить, закрыться без лишних распиков. Твист открывается на линка, но здесь перемещение через мид, грех было просто не вылететь на агрессию и не расстрелять. Ну а Shadow остался один против троих. Он также находится в центральном кафе, но к нему в гости приходит овца. 53% здоровья у этого парня, и кажется, что он может подкупать еще нервы сопернику. Но Shadow не особо байтит по вниманию на соперника в миду. Он пытается больше отстрелить оппонента под вином бэплента. У хитрого еще 8 хп, он там до этого на пиксель сидел с РБ, но не получилось. От Shadow минус, закрывает овцу, можно добраться до хитрого, как я уже говорил, 8% и вывести ситуацию один в один. Подходит чуть ближе, хитрый сидит, хорошо сидит вроде бы, и как раз таки Shadow не досмотрел уголочек. Есть открытие, перестрелка, в спину не попадает хитрый. Вроде ничего удивительного, но вот так вот потроллили молодого человека. Но с другой стороны, раунд и получен, поэтому причин для беспокойства нет. Миссия провалена. Начало миссии. Что в этот раз? Ну, здесь, наверное, не без удачи с какой-то стороны, но другой так, ну, все-таки сделали, все-таки забрали, поэтому, ну, хорошие новости для себя нужно запоминать и понимать, как вы эти раунды забирали, и повторять по-хорошему. Ну, бэплэнд, опять же, в прошлом раунде был более чем удачным форматом, но там нельзя сказать то, что подзалил стил. Здесь как раз-таки, наверное, был момент, о котором ты говорил, момент удачи. Стил работал на стрейфах, его просто в этих стрейфах поймали и ликвидировали одного из опорника, а там уже толпой додавили. Здесь же удается найти минус по Shadow, который играл по направлению апленда, я так понимаю, закидывается еще и хаешка блинка. Коллапс остается в соло. Очень много смоков, он попросту не может через эти смоки вести бой, нет информации, но заход под апленд уже свершился. Коллапс погибает, на КТ спавне молодость, молодость подрезал хитрого. Можно еще и в стила будет поиграть, попробовать. Ну там заход с четвертого. И к этому стил был не готов. Молодость один против троих. Внимание, ключ. Молодость. Остался один. IQ смотрит проход. Здесь, если молодость не дочекает, то может погибать. Но он и не идет даже на эту позицию. Стат играет с КТ. Но он не будет сюрпризом для атаки, потому что эту позицию тоже контролит. Скрытие. Опа. Не было близко к голове, чтобы забрать. Выходит. Молодость. Еще одна попытка. И вот уже второй раунд для Good Complex. Ехали дальше. А теперь уже Альфа. И что делать? Ну, Альфа казалась более уверенной. Но тоже, опять же, стечение обстоятельств. Хороший минуса. Проход. Закрепление на позиции. Так много всяких моментиков, которые нужно учесть и сделать, чтобы все так повернулось. А каждая ситуация, по большому счету-то, она всегда разная.
Потому что прям идеально повторить, ну, такое, наверное, только в мечтах, в фантазиях, где-то там. Боишка от коллапса, летит она просто куда-то на четверку. Вот она. Опа, вот она упала. Но под нее он не пикал, он просто разминал соперника. Открытие есть, он забрал хайкью. И все. И снова уходит. Мне на самом деле, кстати, сейчас очень нравится, как коллапс просто делает хорошо. Сделал фраг, дал его. И отошел. Дал, ушел. Хитрый. Вместе с тиммейтом. Хаешка залетела, потерял немножко здоровья, вроде бы не критично. Крити на Шэдоу. Нашел свой смертный, и Шэдоу оформил на этой позиции дабл. И 4-2 на табло. Все-таки не удалось выйти на паритет по раундам на данный момент для команды God Complex. Но два раунда есть, до троечки дотянуть и уже будет приемлемо. Опять же, раскид гранат у них под аплентом в позапрошлом раунде был более чем неплохой. Плюсом проход под смоки, сделали все идеальнейшим образом. Немного похолдили, повыманивали ресурсы со стороны оппонента, чтобы там хаешки подзакрыть и так далее. Нашли минус по опорнику, закинули несколько смоков, прошли на проскоки под беттер, закинули еще осколочные под вино. Все сделали шикарно. Будут ли повторять вот этот момент, пока что неизвестно. В этом раунде удается цеплять поодиночке. То в четверке выцепили, то на ланге выцепили. И уже преимущество в двоих игроков присутствует для команды Five Elite. И теперь куда идти? Опять под Б попробовать зайти? Вот сейчас очень хороший момент может быть против Стила. Если у Твиста повернется голова, если вообще на нее будут чекать, то можно закрыть Стила. Это минус один опорник Б плента сразу же. Вот, хорошо. Хитрый выходит на чек, закрывает Стила, и молодость понимает, что здесь ему файтиться соло не с руки, надо дождаться тиммейтов. Линк открывается более агрессивно, от Твиста была хаешка, молодость на широкой погибает, бэплент открыт, крюкер тут как тут, еще и минус коллапс, и вот вам в считанные секунды ситуация из 5 в 3, уже 3 в 2 преимущественно для команды God Complex. Зашли, поставили крюкер, именно так. Ну а теперь закрылись и будут ждать перемещения от Shadow Линка, как те будут выбивать. Есть ли хаешки, но кажется, что... Нет. И парни вдвоем через семерку. Интересное решение. Может быть, откроется сначала один, и потом, если один погибнет, второй будет выходить. Но нет. Они вдвоем открываются. У Хитрого есть информация. Крюкер помогает. Погибает Линк. Размен от Shadow. Крюкер еще один фраг. И на этом все. 4. Отличная игра. Забирают для себя раунд, который им нужен был на этой стороне, потому что отдавая пятерку, Five Elite, ну, 5-2 видеть бы не хотелось. Окей. Скомпоновались пока что на респауне, ребята. Думают о том, как все-таки исполнить этот раунд. Информации для них многовато. То есть сейчас реально нужно время на обсуждение. Кстати, опять же, актуально. Так выйди в лобби, пообщайся. Но с другой стороны, пока... Ну вот видно, кстати, они точно общаются сейчас. Хитрый рассказывает, что явно он о чем-то... Ну, вот, боже, как же я читаю, да? Но, с другой стороны, тут вроде бы ничего сложного, потому что видишь человек, который махает ножом, скорее всего, он, во-первых, говорит, и те, кто друг на друга смотрит, скорее всего, его и слушают. Ну, что-то вот такое прослеживается, и определить вроде бы несложно. Ну что, решили бету или нет? Замануху на бету, да, есть такой момент, и проход на аплент, но здесь на двойке не один человек находится, и перемещение обороны моментально может быть. Но на бете очень хорошо сейчас овца провел работу, он заставил двоих остаться на бете, и тут ребята понимают, что их налюбили. Ой-ой-ой-ой-ой. Овца еще один минус, аплент открыт, Стил и Линк. Центральное кафе плюсом выход КТ. Самое главное вместе сыграть, но здесь, скорее всего, на четверке не позволят сыграть одновременно через центральное кафе и через КТ. Линка отзонили смоками, и плюсом ко всему тиммейт информирует о том, что есть проблемы небольшие, перед кафе работал оппонент. И никак это Стила не отпускает информацию о том, что здесь был соперник. Он идет чекать лонг, и овца его прекрасно слышит, у него есть шанс на третий фраг. От Линка был все-таки минус, но Линк долго не протянул, и Сила закрывают на позициях ланга. Так что четвертый раунд уже для атаки. Паритет и финальный раунд первой половины. God Complex первую половину провели очень хорошо. И опять же вопрос к команде Five Elite. Что пошло не по плану в этот раз в обороне? Карта Метаун как-то их немного подводит в последнее время. Не.
слову, немножко, да, может быть, еще лавров для овцы, который, получается, MVP раунда будет, и матча пока что в целом со стороны атаки, Good Complex. Но вот если посмотреть на оборону, как раз-таки отличается очень сильно это Shadow, от которого фраги идут, ну, один за другим, в принципе. Что бы я предложил, как его раскрыть, наверное, больше. Ну, хотя именно его раскрыть нет никаких предложений в плане... Он и так находит эти фраги, значит, ему самому придумывать ничего не стоит, а именно делать, что и делал до. Тут другое дело тиммейтам. Нужно как-то, не знаю, за руку с ним идти где-нибудь там. Подержи дуал, я сейчас с другого постреляю, второй мне докинешь. Не знаю, ну что-то такое думать. В общем, как-то разыгрывать вместе, помогать, задавать наводящие вопросы. Что у тебя получается? Давай помогу. Хочу тоже, вот. Сейчас 4-5, рано или поздно раунд заберет одна или другая команда, и они уже в отрыве будут. Твист находит минус полинку, и вот в обороне проблемится. Ну там Бэплент аккуратно начинает выход, от молодости вроде как был минус, но при этом смещение от стила и заход в спину сразу же на центральное кафе. Бэплент открыт, по шадоу была информация, но здесь в принципе по всем фронтам провели свою атаку игроки God Complex, большие молодцы, и через центральное кафе, и заход через семерку под вино Бэплента, и выход через лонг, в принципе справились все индивидуально неплохо. Вторая половина нас с вами ожидает, ну и опять же, что здесь и сейчас парни смогут нам предложить. Все-таки пограничный счет первой половины не говорит о том, что будет какое-то изменение колоссальное на смене сторон или сейчас в тотальную доминацию перейдут игроки God Complex. Да, атака у них определенно была неплохая, но неизвестно, что здесь и сейчас заготовили игроки Five Elite. Может быть, в атаке эти парни тоже покажут более чем предостойнейшие результаты. Так что нам остается с вами просто ждать и... получим ответ на наш вопрос. Расимону, привет, овца. Ну вот сейчас как раз таки еще раз озвучен, просто тогда не нашли, так ну вот повторили, окей, есть. Это мои ребята, пишет Квижн. Угу, поддержка на месте. А что за команда, впервые вижу. Ну, команда-то да, на самом деле теги-то прям убер новый, вот прям максималити свежие, в принципе. А никнеймы-то у ребят все те же. Так что тут такой вот моментик. Так, ну у меня краш. Зачем? Репорт тузи пятом. Фикс виз плиз. Yes. В курсе. Ага. Ехали дальше. Коллапс прорывается под БТР. На самом деле здесь очень опасно, потому что могут и залетают уже хаешки. Да и, наверное, все отлично сейчас для атаки, потому что они выманили эти хае. Вот другое дело, да, конечно, после этих хаешек как-то ворваться. Никого на замануху в бету нет у атаки, поэтому оборона в числе троих как минимум находится на защите Апплента. И лишь только на информацию играет сейчас Хайки, у которого все чисто. Он еще долго, наверное, здесь никого не увидит. Хотя стил и ребята, может быть, и пойдут сейчас на бету. Хаешка летит очень интересно от Шэдоу, но его только что закрыли. Размен, конечно, последовал, но неприятненько. Кстати, хэшка, я так понял, под двойку улетела, и вот она взорвалась. Куда пойдут? А, я думаю, а чё, 6 человек, ты галочку нажал, да? Я не зашел. А, тебя просто сначала не было, потом показало все-таки, и ты стал шестым. Я попытался зайти, мне сказали, что пользователь уже авторизирован. Ну да, кто-то другой чаев. Ну, может, вы двойник злой? Конечно. У меня же столько двойников злых. На темную сторону перебрался. Молодец, хороший два фрага дает. Хайкью последний может, кстати, нашивать плент вот прямо сейчас уже начинать. Опять же, ребят, хороший момент. Вот я стараюсь показать, и акцент вашего внимания должен быть на том, как можно сбивать плент. Вот смотрите, стил ради статистики просто. Вот куда он сел и куда можно нашивать. Но набивается ли здесь точка? Кажется, прям не фул, но по идее можно. Небольшой пиксель. Хорошо. В упоре перестрелка, в которой все-таки хай-кью закрывает этот клатч. Есть же. Ну и команда довольна. Да и сам он тоже. Изи, говорит. Ну, не столь изи, наверное, но затащил, красава. Друг другу пятюнем. Коллапс. Отличное начало для него и команды, потому что выбили опорника Апплента, который мог бы здесь проблемисов накидывать.
Ну и, к слову, в упоре, кстати, вот снова нет у ребят заманухи под бэт, наверное, для кого-то с людьми, кто бы напрягал соперника и не давал перемещаться. Просто оборона вся практически сразу находится именно на альфе при попытке прохода соперника. Ну и вот сейчас перетяжка. По-хорошему бы кого-то здесь оставить, но потому что, смотрите, ребят, на обороне, на миникарте перемещение уже пошло и на бету. То есть это сразу же читается. Здесь выход. Хайкью информирует о том, что у него в упоре соперника открытие есть. Его забирает фраг по Хайкью. С постановкой, наверное, торопился. Но в любом случае команда уже может это сделать, потому что остался один твист, по которому старая информация и представление может быть, что он в альфе. Потому что кто-то должен был оставаться. Твист. У меня пока что камера висит. Ну, проблема. Заходит семерки. Коробку откроется, но тут его уже поджидают, и поэтому его, я думаю, минуты сочиняют. Жаду-то просто уснул, оказывается. Он просто увидел, как соперник вышел, смотрит на него, и потом такая загрузка, ребята, знаете, как вот это, или видео, или что-то такое, звук вот этот. Ну, в общем, вот, ошибка случилась ненадолго. Но раунд есть, так или иначе. Атака забирает его. 5-6. Так, я вернулся. Заход на лонг, сразу же раскидывается граната, и там коллапс, судя по всему, не собирается церемониться, уже аккуратно проходит по направлению бетра. Откидывается еще несколько осколочных гранат, и, возможно, хитрый сейчас в ответ пухаешки пошлет, и коллапс чекает в очередной раз двойку, никого здесь не находит. Парни вроде как начинали так довольно бодро через лонг, я думал, будет фаст выход, закинули смоки, закинули осколочные, но не открылись. Shadow, еще одна граната, погибает хитрый, погибает овца, и вот теперь уже можно бы заходить под апленд, где играет Крюкер. И вот так обошли с двух сторон, есть минус от коллапса, еще один фраг от стила и 4 в 1. Ай-яй-яй. Ну, нормально к нему в линию встают, идут, закидывают максимально. Сейчас, если бы готов был Хайкью к подходу в упор, то и коллапса он имел большие шансы забрать, но не ставил прицел, не ожидал просто. 6-6. Тем временем на табло поехали. Линк будет бросать Хайета куда-то под двойку. Опять же, это альфа, кстати. Но тот же самый раунд, в принципе, в исполнении атаки. Абсолютно ничего нового. Те же самые игроки в тех же позициях, те же хаешки, те же смоки. Коллапс опять пытается пройти в беттер. Еще пара ответных осколочных. Только в этот раз, мне кажется, не будут открываться просто из-под вина аплента, пока там хаешки гремят. Окей, парни под крышей посидят, их это не особо-то и огорчает. Хитрый сейчас занимает позиции в упоре на прием четверки. Он здесь, если что, сможет поймать информацию по перемещению. И кажется, что это все выглядело больше как фейк сейчас в исполнении атаки. Five Elite прошли на лонг, там потеряли коллапсы, сделали регрупп. Теперь уже заходят под Б, где сидит один твист, но к нему приходит на подмогу тиммейт. И парни вдвоем будут принимать. IQ расстреливает. Но стрелял он недолго, но есть проход, хитрый его, и ЛКМ зажимает, твист тоже помогает. Есть быстрый раунд. 6-7. Но здесь ребята попытались хитрить. Да, они вместо той альфы, которая проблемы имеет, пошли просто на Б. И вновь тот же самый раунд. И вновь те же самые хаешки, и вновь те же самые смоки. Опять игра через длину, но в этот раз, скорее всего, более медленный формат для себя выберут, поскольку уже закинули очень много осколочных, очень много смоков, но так и не сместились под БТР. Возможно, коллапсу, как более шустрому, да, так скажем, игроку, есть смысл попробовать поиграться с бетром, потриггерить на себя оппонента, чтобы те покидали хаешки. Но здесь он заигрался, зашел слишком далеко, и Крюкер его сразу же ликвидирует. Это уже две потери для команды Five Elite, потеряли Shadow, потеряли коллапса, ну и преимущественно год комплекс теперь уже 5 в 3. Еще один смок на длину, под него вроде как проходит линк, но твиста это не особо волнует, он там по дороге закрывает еще и стила. Лонг окружили со всех сторон. Молодость и линк, по сути, попадают в мясорубку. Ооо, Линк, что ты делаешь? Хороший трипл-килл, рабочий, но при этом молодость еще погиб где-то там за спиной. И опять же, ноша клатч-раунда падает на плечи Линка. Внимание, ключ, 1 в 2. Ну, тут нельзя было иначе, наверное, да? Есть такой момент. Ну что, заберет ли себя эйс? 17 хп. Шансов не так много. Да и время уходит. Такое ощущение, где-то
Как будто Линк уронил бомбу на респауне, идет за ней, и ребята понимают, что нужно ее контролить. Вот как будто, ну, боятся God Complex сейчас на самом деле. Они тут подзакрылись. Вроде бы, с одной стороны, они защищают Бету. Твист закрывает спину хитрому, а тот Бету, якобы. Ну окей, есть постановка. Слушает. Очень важно сейчас. Один, а то и второй можно, да, так тоже подумать. Блин, не выходит. Какая сейчас реально могла быть удача для Линка? А то есть у него даже снова тут просто встают в линию, он двоих мог стереть, было бы хп на то. Бомба деактивирована. Но нет. Команда. Но нет. Бомба деактивирована, и наши команды выходят в лобби. Так. Так, там ребята, видимо, делали ставки между собой, затащит ли Линк или нет. Но овца говорит, я на тебя поставил. Ну там можно было, если заулынить, то при таком кайфе, наверное, неплохо так подняться. Передаю привет Дилемме и Цундере. От Твиста есть. Каблук. Я так понимаю, Муру вообще на веселе ходит, так у нее то движ на улице, она потом такая, опа, у меня же там трансляция, нужно пойти с ребятами поздороваться, тудым-сюдым, и вот, в общем, то тут, то там, не везде. Ну и для вас, Кодянский, ребята, забирайте. Хайкью передает привет Квижону, пишет мой пупсик, вот так вот. О-о-о. Передаю привет команде No Bands, пишет Хитрый. Ну и мы продолжаем с первой картой. Пока что еще не определился. У нас здесь с вами явный фаворит. И вроде как опять же все проходит в качелях на второй половине. Будет ли все продолжаться подобным макаром? Или здесь и сейчас после этого перезахода что-то колоссально изменится? И команда, одна из команд возьмет игру в свои руки. Еще несколько смоков по направлению Апленда. И перемещение опять же через лонг. Коллапс вновь идет первым. Его тиммейты прикрывают по дальней дистанции. Овца ответственный за позиции центрального кафе, но четверка играет на прием, дабы не было аркады. Хитрый опен, молодость, размен, все закономерно. На двойке овца еще находится, под него прилетели смоки, он меняет позицию, более агрессивно теперь отыгрывает по ликвидации оппонента на ланге. Есть минус, погибает молодость, вот это уже неприятно. Шадоу еще одно открытие, хедшот присутствует, 3 в 3. Можно попробовать сыграть теперь уже под бэплен, собственно, что и делают сейчас парни из команды Five Elite, но кажется сместить под 7, и теперь опять же посматривают в спину, мало ли, даже не то чтобы мало ли, кажется, они просто планируют уйти обратно под апленд. Откинут смок, но этот смок немного не долетает до бэпленда, но как минимум дает информацию обороне, что где-то в окрестностях есть соперник. Нашивает Shadow, заставляет оставаться оборону здесь и понимать о том, что кто-то тут хочет тоже пройти позицию, по крайней мере наводит шорох. И это удается делать. Ну, мне кажется, такой трюк, знаете, ну он стреляет так, да-ра-ра-ра-ра, ну просто, ну, вот как-то так. Ну, к слову, удается. Двоих-то он на себя стянул. И проход под лонг, но как скоро ребята пройдут, топот, если это слышно, для Крюкера отдает информацию о том, что есть проход. А как его еще и отпустили, Shadow живой? А тиммейты прошли, и они тоже без файта. Какие лакирочки на Five Elite. Ну, с одной стороны, да, вроде бы это какие лакирочки, но с другой стороны, они, этот же момент они сами и реализовали. Топот на ЦК, слышит стил. Но ему, наверное, стоит туда не смотреть, с одной стороны, потому что должны были тиммейты это делать, но все пошло не по плану. Но они выиграли, но опять же, течение обстоятельств, удачка, план вообще от Five Elite сейчас оправдался, большой молодец. Надо повторять, но кажется, что раунд будет опять же в дефолте, а... Или да, подожди.
пока что не будем торопиться с выводами. Нет, все-таки в первые тайминги они не пытаются проходить сразу же на БТР Аплента, но раскид под Аплентом все тот же самый. Команду God Complex это уже навряд ли должно как-то напрягать. Ну, прилетают смоки, они каждый раунд уже сюда летают. Ну, хаешка, окей, посидим под крышей, под вином Аплента, подождем, пока они там все раскидают, и выйдем на более выгодные позиции для себя. Еще пару хаешек под двойку. У Крюкера есть информация, я так понимаю, либо он просто префайром попытался поработать на прием длинный, но нет. Парни теперь смещаются ближе под четверку, закидывают хаешку. Одна из гранат полетела как раз-таки под двойку, но в двойке вновь никого. И хитрый занимает сейчас позицию, наверное, которую не будут ожидать. Не то чтобы от слова совсем, но ее не занимали в ходе прошлых трех или четырех раундов. И здесь Shadow находит очередной фраг, но вот хитрый спалился при проходе через длину. Он там дал небольшой прострел по сопернику. Информация по нему обновилась, и хитрый, тем не менее, не уходит отсюда. Он будет дальше принимать арку, но у него не будет поддержки. Сейчас под длиной он, по сути, может надеяться только на себя. Куда пойдут в итоге, еще не ясно для нас, потому что вот вроде бы и на ЦК есть молодой человек. Дуэла, которого, кстати, не видно, хаешка на двойку не залит. Крюкера, крюкера, открытие, крюкер пачка. Отличное начало тоже есть для обороны. Ну как начало? Уже середина раунда, на самом деле-то. То есть нужно врываться, нужно проходить, нужно ставить. Конечно, это и так понятно, но сделать тогда еще и тяжелее. Здесь очень быстрые контакты, в которых находится God Complex в преимуществе. И вот Молдис. Остался один. Время есть на постановку. Да и соперники дают поставить, и поэтому... была установлена. И снова. Седая ночь. Мне тут нужно слушать. Так, будет топать соперник. Но Крюкер с хитрым сейчас явно в тайминг просто отыгрывают. Дожидался, пока хитрый будет выходить через семерку. Молодость закрывается. Он слышит прекрасное перемещение через вино, но пытается понять, где находится его второй оппонент. Услышал, сразу же открывается на зон вина, находит минус и там попытался отыграть против Крюкера. Найстрайд для молодости. Неплохо сориентировался в этой ситуации. Можно было бы, конечно, сказать, что вот если открылся бы в широкую, нашел минус по Крюкеру, там оставался бы шанс еще побегать где-то вокруг плента и попробовать поиграть на таймер против хитрого. Но здесь, опять же, сложно сразу же об этом догадаться. Да и я просто это предлагаю, предполагаю, как один из вариантов развития событий. Он мог и не перестрелять Крюкера, и на этом бы все закончилось точно так же. То есть молодость сделал все правильно. Он нашел информацию по двоим соперникам, звуковую хотя бы, и дальше уже просто пытался зонировать файт, но не получилось. Еще несколько хаешек по направлению БТРа. Под четверку никто не открывается. Более медленный плейстайл, опять же, для команды Five Elite. И есть энтрикилл, это Shadow. Ну что, каковы варианты? Вот так, закидывается хаешка линком, но под бету. Пист решил отступить. Есть тиммейт рядом, вроде бы окей, могут держать строй. Ну, хотя вот сейчас активные действия больше со стороны атаки. Кстати, тиммейты это просто ждут на респауне. Вот непонятно, почему эти силы никак не задействованы. То есть два игрока сейчас на бету входят, а что другие делают? Они просто ждут аркады. Подходит ближе молодость. Вот уже вроде бы можно из ЦК поработать или на альфу выйти. Но я, может быть, даже и скорее всего поторопился со словами, что заходит в Б. Но они просто были уже на пол рубля внутри. То есть и зашли в винку, то есть на семерке полный движ был. Но нет, они решили все-таки выйти под да, плент. Пристрелка против Крюкера, он быстро заканчивает. Ее ставит пачку и пошел. Ставит также бомбу. Кстати, можно было время да, не тратить, раз тиммейт рядом. Поиграть, конечно, на доверии. А порой тиммейтам делал такое, но здесь можно было попытаться и быстро ставить бомбу. Но в любом случае есть она. Выбивание 3 в 4. Пачка от коллапса. Твист. Но выпрыгивать пока что рановато с двойки. А тиммейт куда-то идет вместе. А что они здесь будут вместе делать на цепи? Ну, пачка есть, конечно. Ну, как-то нужно выходить. Ну, вдвоем с двойки. Ну, дело такое. Квиз вообще одиноко выходит. Сейчас очень плохо. Кажется, что отыгрывают. Ну, конец. Вдвоем друг с другом. Хайкью и твист. Здесь изначально...
если можно сказать так, было ошибкой принимать решение заход через двойку. То есть я могу предположить, почему Твист открывался в соло, и вслед за ним не открывался тиммейт, потому что они боялись подарить линейку. Но при таких раскладах надо было занимать разные позиции. Не знаю, как парни мыслили, просто со стороны казалось, что можно было условно через КТ спаун поработать, раз на ланге появилась информация, что там более агрессивный прием и так далее. Ладно, очередной раунд для команды Five Elite, и вновь через длину, вновь куда плент, вновь те же самые хаешки и смоки. Посмотрим, куда пойдут. Мне кажется, они могут опять попробовать пофейковать. Там Линк все еще отыгрывает по направлению Б-плента под семеркой. Но вот он в соло открывается, и здесь найти ему какой-то импакт не удалось. Хотя овцу довольно так неплохо порейдил. И тиммейты заходят уже вслед за ним. Да, не было минуса, но тем не менее они могут дожать. И вот как раз-таки минус один есть. Можно закрыть еще и овцу, а там вовремя приходит халпа на позиции зонтов. Очередной минус, и кажется, что Б-плент трещит по швам. Стил просто сидит за ширмой вместе со своим оппонентом. На широкой сейчас больше идет байт внимания, но как же они на волоске просто играют сейчас. Супер сложно, супер. Это смешно, только сейчас должен съедать. Ну да, тут прям на тоненького их хп вообще минимальное было у Five Elite, там у троих, ну дай боже на сдачу-то десятку собирать хоть. Как-то вроде бы пережили тот случай, но здесь, да, вся информация по коллапсу есть, он точно не сюрприз на этой точке. Топот. Снова инфа обновилась, короче, чуть ближе. Коллапс. Близкий контакт с соперником. Ну, да, тут вариантов было немного, да и шансов тоже, потому что, опять же, ну, хп. Ну и с другой стороны, позицию по себе не секретил никак коллапс. Он просто бежал, натопал да, по всей карте. Команда. И вот тиммейты, точнее, оппоненты, простите, перетянулись. 10-8, кто ли выиграл по ставкам? Сейчас узнаем, ребят, и вам скажем. Я пока что посмотрю, ребятам нужен ли будет слот. И сразу же пойду смотреть ставки. Хорошо. Снова ребята пытаются в чатике здесь помешать другим. Сказать, сколько ключей было, чтобы запутать. Было два ключика, ребят. Я там видел, что даже модераторы отвечали три. Либо модераторы где-то подсбились, либо... Замануха. Угу. Также участвуют в разводах. Я все ключики записываю, ребят, сразу же. Так что их было два. Где-то вы либо услышали пример. Я приводил примеры там на конкретных игроках. По-моему, я приводил пример. Вот я сейчас скажу, и они ведь сотрут, если они записали. Я вот думаю. Ради примера? Такой ты... Ради примера. А был ли он? Я про это и хотел сказать. Я же и говорю то, что я называл никнейм в пример. И я думал, надо ли сказать этот ник. Если я скажу, а они его записали, то они сотрут его. То есть это дополнительная проверка была бы на внимательность. Если бы они его все-таки записали... И потом такие, о, как мы проиграли. А мы такие, а это был это пример. Не надо было его записывать. Так вот, что мы смысл, все провалил. Что... Ребята, нужно быть внимательным. Все, они внимательны. Нужно человека только попросить. Да? Не будем, давай сейчас об этом. Давай. Передаю привет Ковижену, мой пупсик. Передаю привет топ-снайперу СНГ, 5 есть и... Спасибо, спасибо. Передаю привет Фейсу. Лучший игрок команды был. Так написал. Так, все, вроде как слоты не нужны. Я пошел смотреть ставки. Давай, давай, смотри. Ну, там уже отдельная история с Фейсом. Ребята там сами. Сами с усами, как говорится. А у нас следующая карта. Счет 0-0, поехали, убежка была выбрана как раз таки игроками Get Complex за КТ. Хаешка летит, и она попадает ровно под коллапс. Одна из них, которая была тоже оборонно раскинута, летела в сторону Shadow, но он ее пережил, спокойно залез на квадрат.
Хайкил. Ставки такой не было, так что можешь на экран заводить потихоньку. А там очередное открытие под Shadow. И по одному как-то постоянно цепляют игроков команды Five Elite. И здесь они опять же делятся между собой. Линк в соло, Стил в соло. Им по-хорошему бы воссоединиться и попробовать поиграть где-то на размены, вывести ситуацию на 2 в 3 и так далее. Но, опять же, Стил играет сейчас в районе дерева, открываться будет хитрого, да-да-да, там еще и Твист сейчас по полученной информации может свободно открываться в спину, откидывается еще одна осколочная граната, хитрый открывается на перестрелку и находит трипл килл для своей команды, первый раунд для Godcomp. Что, есть продолжение? Вот, а побегут хэшки, отличные были, это на самом деле команда для Five Elite. Что нужно быть аккуратнее, нужно быть внимательнее и смотреть за прокидками. Раскинуто от коллапса, кстати, приемка неплохая вдвоем с третьим Твистца, который решил вдруг поджать. Ну и куда в итоге пойдет? Они могут пойти на Б, сейчас очень хороший вариант для них. Эшка полетела от молодости. На центре гард пытается Крюкер здесь закрывать точку. И по возможности, ну и цепануть кого-нибудь. Если дадут. Ну и я так понимаю, только что была информация от хитрого о том, что ему нужна поддержка, потому что к нему выходит очень много людей, и двоих из них он смог закрыть. Но опять же, в соло выстоять этот бомбсайт не удалось, проход под Б все-таки свершился. Есть информация по КТ спавну, но здесь надо просто воссоединяться с тиммейтами и вместе уже проводить операцию по ретейку. Будет заход через шорт и будет заход через КТ спавн. Закинули смоки под шорты, и сейчас овцы явно здесь сложнее открываться, и, скорее всего, в первую очередь будут открываться его тиммейты. Да, так и есть, овца выходит в спину, минус по линку, овца погибает в ответ, и проход теперь уже на секрет. Информация по кубам также обновилась, молодость продолжает сдерживать немного напряжения по сопернику, чтобы те просто так не проходили на позиции Б-плента. Очередной минус, молодость погибает, и Shadow рыдовый против двоих. Один на деф, один на прикрытие, кажется, что все логично. Открытие в боковую и очередной минус. Бомба деактивирована. Хорошо провели ретейк, молодцы парни. Ну, пока уверенно, да. Бомбу поставил соперник, проходя позицию, а дальше убивание. Не все вроде бы окей. Но это до поры до времени, кажется. Как будто бы... Ну, просто в Five Elite, ну, с одной стороны, хочется верить. У них, опять же, очень сильно расстрелялся Shadow, но это была предыдущая, конечно, карта. Сейчас же у него стата вообще 0-2. Нужно найти себя на этой. Но пока не выходит. Есть на боковой поджим от обороны. Это же хитрый. Через темку отыгрывает. Смоки забросить нет. Так вот тут уже есть смоки. Окей, свои отдал, еще и тиммейт подозвал. А Зигу-то кто смотрит? А Зигу никто не смотрит. Кстати, вот такой тайминг, да, здесь опасно. Ну и быстро возвращается на исходную. Твист держит строй. Там еще Крюкера отзонили смоками, поэтому Твист здесь будет один. Ему в спину закидывают хаешку, но ему все-таки удается от этой гранаты уйти. Еще пару осколочных дропается под мид. Коллапс выходит под мид и получает информацию. Крюкер вовремя нашивает смок. Еще минус. Отлично. Оборона пока что стоит уверенно. Потрепали четверых игроков, одного закрыли. Если сейчас Линк будет репикать в соло позиции коннектора, то его можно будет накрывать. Но молодость открывается первым вновь под Крюкера. Очередной минус у него в кармане. И теперь кажется, что апленд можно попробовать размять, поскольку там Линк уже свободно разгуливает в районе коннектора, ему никто не сопротивляется, но сюда приходит хитрый, который закрывает Линка, и теперь длина без подмоги через боковую, через стенку, через коннектор, называйте как хотите, не выйдут. Минус от хитрого, Shadow разменялся и возвращается на длину, но там уже прошла небольшая аркада, Твист вместе со своим тиммейтом будут принимать, а там Хайкью сидит... На тупике от Shadow минус, погибает Твист, но все-таки был размен. Продолжается уверенная игра ребятами. Кстати, вот да, решили это все дело исправить. Five Elite просто выйдя в лобби. Ну, что из примечательного, это опять же из первого раунда, это нужно быть внимательным к хаешкам. Это раз. Другое, это поджимы, как-то их нужно принимать. Ребята из обороны агрессируют. Это как-то пресекать нужно, ну, наверное, по-хорошему вместе просто отыгрывать. Хэкью пишет в командном чате, можно откатить игру SnowBands? Там вышла, да, у них неприятная обстановочка. И, насколько я помню, там они сами косякнули, то есть... Игра-то сама по себе нормальная, там просто купон был активирован, насколько я понял.
Тот, который не разрешен. Начало миссии. Ну что, 3-0 было, и будет ли действовать магия перезахода, что сейчас будет моментальный какой-то камбэк от команды Five Elite. Посмотрим. Закинута хаешка по направлению ланга, под парочем никого. Shadow опять же мониторит на предмет аркады. Коннектор тоже хаешками размяли, тоже чисто. В мид несколько осколочных прилетает, опять же никого не находит. Но вот коллапсу пришлось явно не сладко. 15% здоровья у этого парня буквально на одно попадание. Крюкер рискует своей головой. Так отыгрывая в миду, но кто не рискует, тот не пьет. Сильно. Ауф. Ауф. Так, овца играет на ланге. На полрубля он уже на поджиме против двоих соперников. Открытие есть, он его забирает. Хаишка летела, увернулся. Хотел бы я сказать, но 13 хп понял, все-таки остался после контакта. Ой-ой-ой-ой. Но все-таки смог пожамкать выход ланга, где были соперники. Коллапс. Классная близость. С овцой, но все-таки удержался, так скажем. Ну и 2 в 2 могут проходить под аплент и пытаться ставить. Хитрый в это время зря не теряет его. Проходит под лонг, понимая, что соперник поставит бомбу, скорее всего. Да и если вдруг под лонг, то можно было бы пощупать. Но нет. Стил садится, в упоре будет вместе с тиммейтом разыгрывать. Кстати, немножко странно кажется, как будто бы, потому что стил закрылся в пленту, а коллапс в это время фулл открытый практически. Есть инфа по обоим позициям. Лонг и КТ. КТ уже выбили. Остался хитрый через лонг. Но кажется, что здесь о нем ничего не знают. От... А ну-ка дай-ка я посмотрю. На. Я звоню в полицию. Там, ну просто все так хорошо складывалось, и последний шальной. Где-то как-то, да, шальной залетает в голову. Хитрый найс трай, но магия перезахода. Просто, ну 3-0. Не оставляя вариантов сопернику, и просто перезашли и сразу же теряют раунд. Я не знаю, я отказываюсь понимать просто, как эта магия работает, но это определенно надо заносить куда-то в антидопинговые комитеты и прочую штуку. Ладно, минус есть по хитрому, точнее от хитрого. Еще хаешка Твиста, он здесь слишком агрессивно пытался играть через мид, и это его погубило. Еще несколько хаешек под мид Крюкера заставляют отойти назад. И, кстати, проходят через Макину, Крюкер на C5 работает. Хитрый замещает своего тиммейта в районе шарта и также находит там минус. Поражал дальше мид, понимал то, что от хаешки навряд ли уже уйдет, и все-таки своего же обидчика наказать успел. Shadow, клатч раунд, 1 в 3, внимание, ключ. Oh my. Ну, кстати, шансы-то у него тут есть, на самом деле. Ну, хотя... Просто с мида Крюкера. Сарайчика Хайкью, который говорит, не, шанс 0. Бэмс и пачка. Вот так вот. 4-1, но и все-таки, ну, один раунд после перезахода получили, а дальше вот эта магия перестала как-то работать. Но, опять же, она так как необъяснима, то логику здесь прочувствовать, наверное, и невозможно. То есть где-то она работает, где-то нет, где-то есть выход, кстати, поджим от овцы. Потерял здоровье, нужно уходить сейчас, хаешка на отход. Все, вроде бы жив. В это время на боковой есть поджим. Забрасывается хаешкой. Хитрый и сам на ниже взрывается, только не на своих, конечно, а от соперника. И 5-3. Для атаки большое преимущество. Овца каленая со стороны стены пытался дать агрессию. Это информация для Shadow, который уже был готов забирать его без проблем. Крюкер, конечно, держит строй, но он погиб. Если хаят вист и бросает ли он вообще такие, плента сейчас будет установлен. Бомба была установлена. Ну и как-то нужно идти выбивать. Вот именно что как-то. Зайти через мид здесь, кажется, будет самоубийством. Там, опять же, два оппонента на приеме. Но если они ему сейчас линеечку подарят вот этими прыжками своими, то все будет шикарно. Там еще с мида подходит молодость, так что здесь навряд ли уже выйти живым позволили бы. 4-2, счет на табло. Ну и команда God Complex закроет ли по 5-2 первую половину. Или все-таки магия здесь действительно вытянет на все 200% команду Five Elite. Возьмут третий, еще и четвертый раунд сверху. Перемещение
вот атаки, в принципе, в дефолте. Обороны я бы тоже не сказал, что здесь есть что-то сверхъестественное. Один коннектор, один лонг, один мид и двое ответственные за позиции Б. Плентат ведь, скорее всего, в шорт пойдет сейчас в аркаду. Посидел немного, переждал тайминги для раскида гранат и возвращается к исходной позиции. На стрейфах начинает чекать, обновлять информацию. Все-таки делится инфой, что молодость в дальней находится. Хайкью находит минус, погибает шаддл. Начало раунда неприятное, но, в принципе, ситуация поправима для команды Five Elite. Хитрый на контактной позиции под окном находится, и он, кажется, слышал перемещение через боковую. Тут уже идет небольшая рокировка. Твист открывается с машины и пытается дать здесь какую-то информацию, накинуть дэмэдж, но пока что безуспешно. Five Elite принимает решение немного посидеть, но Хитрого это не особо волнует. Он пошел пушить и находит минус. Коллапс, конечно, разменялся, но кажется, что Твист отомстит. Так оно и произошло, и 4 в 2 по игрокам. Да, уже 1 в 4 остался последним. Молодость. Выход под лонг, но его уже ожидают протерять. Что это смоки, кажется? Ну да. Есть фраг. Лес поднимается или нет на плент. Но есть время, по сути, погулять по плентам и поискать фраги, потому что, ну, все-таки 1 в 3 ставить опасненько. Прыгает прямую информацию, но и по самому молодость тоже обновляется. В упор хаешка неплохая. На самом деле, это были вообще смоки, но в любом случае. Пятый раунд. Гадкомплекс забирают себе эту сторону и идут на смену. Победила синяя команда. Так. Ancest Next играют. Ожидая заруб, пишет Мираж. Опа. Я так понял, Бернардо, это же бразильский молодой человек, и он с первого раза и прям сразу же взял и написал на русском. Но кажется, с ним уже балакали, если не ошибаюсь, в чатике. Поэтому он уже опытный молодой человек. Так что те ребята, кто ему на русише будет отвечать, не факт, что он поймет. Но раз он понял, что можно в переводчике доставать русский язык, то, может, себе переведет. Так. Снова тут вопросы про ключи. Сколько было? Но это снова замануха. Кажется. Я тоже хотел вернуться немного к теме ключей. После того, как я назвал крайний ключ, вы начали вновь мне скидывать этот ключ в личные сообщения. Ребят, не нужно писать ключи в личные сообщения. Их нужно писать в чатике. Может быть, конечно, как заметка, но меня это немного отвлекает и засоряет личные сообщения. Для меня это неудобно. Поэтому найдите, откройте свой диалог сами с собой просто и можете туда записывать или на листочек куда-нибудь, что-то в этом роде. Но нужно писать будет все ключи после команды от меня в чате. В чате. На Твиче. На Твиче, не в ВК. Да, я вот тоже хотел только что уточнить. Не в ВК в личные сообщения, а в чате на Твиче. И первые трое, кто в чате на Твиче напишут все правильные ключи, те и получат призы. Немного отступили мы от игры, здесь уже прошли первые размены, где закрыли Shadow, но и потеряли одного игрока, для себя же игроки Good Complex. Попытка открыться сейчас в коннектор, но Апца получает порцию дамага, причем довольно приличного. Да, пока что не фатального, 2% осталось, но в любом случае с этим колсбаром особо не потанкуешь. Крюкер разводит сейчас в миду, закидывает хаешками, линк открылся и его еще потрепал изрядно. От коллапса очередной минус по-хитрому. И кажется, что Five Elite в этом раунде определенно настроены на доминацию. Ну да, похож на то. Вист уходит на Зигу, в это время его тиммейт через Shift пытается отыграть боковую, но здесь никого нет, и он это сейчас поймет. Коллапс только что забил его тиммейта до смерти. Звучит жестче, чем кажется. Просто перестреляли молодого человека, но в упоре, правда, с дуалами был расстрел. Опа, переводочка из-под крюкера тоже хорошая. И попытка выйти в плент, но ставить, ну, тут время ушло. Тут уже, да, нужно так или иначе заниматься постановкой. А если была бы возможность, то бросать этот пакет просто в голову сопернику. Но не в ту игру мы играем. 5-3.
Илья так и забыл вчера код заставка. Да ну и брось, как так можно? Здесь тоже уже своего рода, скорее всего, развод, чтобы лишний кодик с себя вытянуть и так далее. Хаешка полетела в первый тайминг на длину, и Хайкью получил здесь очень много урона. 19% авто попытался распикать выход коннектора. Кажется, что ему удалось затриггерить немного соперника и выманить на себя пару хаешек, но после очередного репика Steel находит entry kill, и вновь неприятности начинают нарастать для команды God Complex. Еще один смолк в мид, коллапс открывается на перестрелку, хитрый неплохо его так пощупал. Еще один выход на коннектор и очередной минус от Стила, но вот уже с твистом справиться не удалось. 4 в 3. Можно попробовать открыть выход А плента, либо сделать регрупп и попробовать сыграть под Б плент. Кажется, что Б плент меньшинством атаки разыграть будет немного попроще. Меньшее количество вариантов входа под бомбсайт. Можно просто попробовать зайти через боковую толпой, валиться, либо одного на шорте оставить, вдвоем навести шороху под боковой, и в момент, когда вы начинаете вести перестрелку с боковой, шорт должен открываться. Но они все-таки принимают решение захода через длину, где молодость вместе с линком на страже порядка. Есть минус от хитрого, но его не хватает. Коллапс открывается в мид, накидывает дамаг и приносит раунд коллективу. Два в ряд отыгрывают Five Elite. Ну и хотят, походу, поравняться, а дальше пройти и... пойти дальше. И что, хаешки на фаст, коллапс, но здесь никого. Никого. И сейчас, вот, чтобы вы поняли, тайминг был в чатике просто сообщение «Никого? Кого?» То есть в ответочку так было написано. Ну, это, наверное, увидеть было удобно мне, потому что я об этом говорил как раз-таки. Но для вас в чатике. Ну вот, да, вот эти задержки на трансляции, но да, без нее никак. Коллапс, открытие. Забирает его крюкер. Ну и выход на боковую, а далее бету окружить. Разбить, разорвать, шадово, убить. И тут ребята просто проходят плент, да, растерзали всех опорников. И выбивание сейчас возможно для игроков Five Elite. Потеря хаешки очень сильно и долго, и много времени. Молодость расчехляла свою хэ, но, как мы видим, она пригодилась. Но сейчас молодость должен дожидаться тиммейта, который тут как тут уже закидывается граната в плент. Хитрого она навряд ли потрепает. Да, так оно и есть. Твист, скорее всего, будет дальше байтить на себя внимание. Он здесь уже довольно много шума навел. От твиста есть минус. Стил, размен. И более агрессивно пытается показать себя на данный момент твист. Ему могло это сыграть против него. Но Стил все-таки не справился немного с управлением, не законтрил стрельбу и привело это к провалу. Nice try, но все-таки ответка от God Complex есть. Еще один раунд берут, и уже как минимум ничья на карте и победа в матче за ними. Очередные гранаты разбрасываются по направлению БК, коннектора пытаются сейвить как-то первые тайминги аркады, чтобы не было фаст-раунда, но... кажется, что от фаста уже давно отказались God Complex и продолжают играть более пассивно, более статично. Ты посмотри, твист выходит сейчас коннектор. Максимально далеко заходит этот парень. Ему нужна поддержка. Он находит минус, но тиммейта рядом не было. Линк дабл килл. Хайкью находит еще один минус хаешки. 3 в 3. Но если бы лонг помог выходу коннектора, можно было бы брать уже аплент и ставить. Так. Есть ли инфа у ребят? Ну, топот сейчас слышно, да. Есть на песках хитрый инфует о том, что один есть. Нужна, по идее, хаешка. Но если вообще хотите проходить через центр карты, тире альфу, ну, нужно так и работать. К слову, есть окошечко здесь сверху, ребят. Вот, вот так вот можно это все дело чекать. Ну, разумеется, чуть повыше встать. Но можно увидеть здесь соперника. И, кстати, Shadow там периодически появляется. В принципе, поэтому и убить можно было, если дождаться, если встать вообще туда и чекать. Потратив время, это возможно. Но выход под up plant, Хайкью получает сразу по себе дэмэдж, который он не переживает. Крукер небольшой размен, открытие под up plant, он остался один. Shadow, от него хаешка, крукер живой, взорвалась очень близко. Но здесь нужно как-то вместе разыграть, потому что, ну, Redow и Shadow здесь не то чтобы не боец, но риск прям очень большой. Но смог он его реализовать на потерю хелсбара со стороны крукера. 7 хп ставить лишь только в закрытую. Но уже времени достаточно прошло. Одну пачку смог поставить, ну вот под крепо. 6-5.
пока что только одним раундом так и остается, что удалось обзавестись команде Good Complex. Может быть, Бэплэнд в этот раз будет более выгодной позицией. Там хитрый, кстати, уже на ноге потихоньку открывается. Закидывается хаешка, Шадоу в упоре находится, теперь по нему присутствует информация. И кажется, что этому парню позволят еще и уйти отсюда нетронутым. Закинули пару зонищих хаешек и заставили его вернуться на исходную позицию, но кажется, что зря. Овца уже теряет основную часть его здоровья, ну как основную, всю, весь хелсбар. Шадоу здесь просто зажигает на позициях боковой, находит уже трипл килл, находит квадро. Шадоу, остановись, что ты делаешь? Твист остается один против пятерых, и в спину идет Шадоу. Жатва, нужен эйс. Молодость просто из-под носа хаешкой забирает этот фраг. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и сейчас наверняка он тиму и говорит, ты за что пошел? Ну, ладно. Синяя команда. Ну ведь в дело-то все командное. Вот поэтому раунд-то главное забрали. 6-6 на табло. Ластовый раунд, по идее. Может быть. А может быть и нет. Неприятненько для ребят. Они должны думать, как сейчас проходить. Но для God Complex, наверное, лучше бы это. Потому что там у них получалось увереннее. То есть они выбивали, было такой факт. Ставили? Ну да, было. Прорывали, ну, все было вроде как. Дальше лишь только удержание там хромало как-то, но это делать можно иначе, нежели то, что было в начале. Тех раундов, которые не пробовали. Так что вот, ну, да, и что-то еще они могут придумать, это раскиды под апленд. Но там много раундов было разыграно, прям большие проблемы встречали, ребята себе, ну, шишки набили, так скажем. Поэтому, кажется, лишь только бета. Вариант для God Complex. Так. По чатику. Там опять же приглашения идут ребятам. Приезжай ко мне в Баку. Звонишь мне и куришь кальян. Сколько влезет? Это звучит как реклама, но кажется хорошая. Напоминаем, курение вредит вашему здоровью, ребят. На всякий случай. Мы находимся на Твиче. Поэтому такие дела. Не ждем. Пинг большой. Но на тему пинга можно очень много и долго говорить, потому что эта тема прям очень, наверное, важная. Некоторым может казаться, да, а что здесь такого? Ну, тебе могут, ну, актуально у нас, кинуть хаешку. Ты ее увидишь, ушел уже за километр. А она тебя взрывает, потому что, ну, ты ей не понравился. И имя вот этого недовольного лица — Пинг. Угу. Если прям как-то так в зарисовочках говорить. Есть готовность. Будем смотреть, что решили ребята из God Complex, потому что за ними слово. Если отдают раунд, то проигрыш на карте. Ну и в свою очередь победа для Five Elite. Ну вот опять же с Бэтлом Том, как ты говорил, можно попробовать что-то придумать. Но если Шадоу на боковой так и дальше будет зажигать, то здесь что бы ты там ни придумывал, если он так будет переться, ну извините меня, просто всю команду покосил 90%. Закидывается еще одна хаешка, да, от хитрого, и здесь сразу же есть минус. Твист, еще один фраг, можно теперь апленд атаковать, еще пару хаешек закидывают под молодость. Минус молодость, на машине находится один опорник под аплентом, это же Линк, который нашел только один фраг. И если здесь помогут, если здесь сыграют вместе, то его можно свободно ликвидировать. Коллапс остается на прикрытии, он находит только пару минусов для своей команды, но клатч раунд 1 в 2, в принципе, тоже можно будет придумать. Бомба будет установлена. Отлично. Ну и теперь в таймер будут играть и ждать, пока коллапс сам к ним придет. Коллапс выбирает длинный путь смещения, но может быть профитным для него. А, да, понял. Сам о себе рассказал. Еще не успел открыться, в стенку пострелял, не знаю, рука дернула или что, но инфо он определенно по себе спалил. Выходит через лонг, здесь его уже готовы принимать. Хитрый, если что, в спину обходит. Коллапсы трепали, времени все меньше и меньше. Ну и кажется, что парень здесь обречен. Ну, времени, да, не хватает. В любом случае, раунд для атаки. Забрали, так и получилось. И закрыли все, и хочется сказать, а, да? Как можно?
То есть они просто взяли и закинули все позиции. А теперь уже выходит в лобби Five Elite. Но что они будут решать? Как им закрывать? Что решительного придумать, сделать, показать? Непростая катка. И общаются ребята. Но что в их случае? Ну, у них вот прям ничего менять и не нужно, наверное. Потому что это оборона, и бывает всякое. Конкретного плентана, который постоянно ходит в гид-комплекс, наверное, и нет. Ну, возможно, что-то ближе к истине — это альфа. То, что туда все-таки чаще ходит гид-комплекс. Но сишки, да, вроде уже ставили. Больше игроков изначально. Ну, может, как план-то и звучит. Но то, что ты, если угадываешь, то классно. Не угадываешь, но это беда, айда выбивать Б. Так, ну что? Сразу же перемещение на длину. Кажется, что в этот раз опять попытаются сыграть именно по направлению апплента. Shadow в этот раз уже играет более аккуратно. Аркады в боковой от него не предвидится. Но один раз зажег, второй раз его подожгли. Поэтому на этом надо остановиться. От молодости неплохая граната, которая все-таки приносит опен и закрывает овцу. Хитрый продолжает играть по направлению боковой, но ему определенно здесь понадобится поддержка. Либо он сугубо как сдерживающий фактор, чтобы соперник не расслаблялся и не смещал внимание под апплент. Либо, опять же, парни задумали коварный план под Б. План сыграть через боковую и через шорт условный. Все может быть. У них все доступные позиции для смещения. Хитрый дропается теперь под мид. Идет аркада в боковую. И Shadow этой аркадой собирает как минимум информацию о том, что соперник отступил назад. Возможно, потребуется укрепление именно в апплен. Вышли на стрейфах, почекали еще мид. Не обновили тут для себя инфу, что кто-то там вообще присутствует. А вот Shadow на мосту подстрелил одного из оппонентов. И еще и коллапс идет хранить. От коллапса дабл, от коллапса трипл. Здравствуйте. Ну, жатва определенно для коллапса сладенький подарок. Он говорит наверняка именно так, потому что, ну, жатва, да, реально. Ну, просто... Ребята ему говорят, хочешь триплкил? Он говорит, да. Ну, на, забирай. И первый пошел, и второй пошел, и третий. Ну, как-то так. И ничья. Там на КФ пишет. Ну, Макс ждет, пока закончится пандемия, он заедет. Да, я бы много где уже побывал, если бы не эта пандемия. Ладно, давайте не о грустном, давайте о приятном. Кто же у нас там сделал вкусные ставочки на 7-7? Тин-трин-трин-тин-тин. Тут никого. И тут тоже никого. Так что, ребята, опять же, кодик выведем вам на экран во время музыкальной паузы. Будьте внимательны. И кто первый заметит, успеет переписать, тот большой молодец, пополнит свой инвентарь донатом. Нас ждет третий матч на сегодня, ну а мы отправляемся на музыкальную паузу перед его стартом. Не скучайте.